интегрировать мы будем в первую очередь нервные связи. Когда есть болевой синдром, то привычки двигательные быстро, за месяц в среднем, перестраиваются, чтобы либо не тревожить поврежденное место, либо нагружать меньше. И все остальное тело начинает к этому, как бы к этому процессу, в общем, включаться в него. Исходно, как на отвесе, но я бы выбрал себе турник, конечно, поменьше именно для этого упражнения. Минимальная высота – это полуприсед, стопа остается на полу, прямая рука, то есть вот моя высота, это минимально. Но я могу и на такой. Исходно, как на отвесе, подошел, ухожу вниз, а теперь само упражнение. Вверх-вниз, я перемещаю корпус, без пауз, без рывков, не задерживаясь ни наверху, ни внизу, не дергая себя и не подбрасывая. Стопа все время на полу, рука постоянно держит, никакая мышца до конца не расслаблена. В идеале 50 на 50, левая-правая и вверх-вниз, то есть руки с ногами. Чем дольше, тем лучше, но минимум вообще 2 минуты на самом деле. Я сокращенно показываю, потому что, ну, смысл на меня смотреть. Можно использовать также кольца, также на лентах, допустим, подвешены. То есть я бы, допустим, если дома был вот такой турник, я бы просто к нему кольца прикрепил под разные упражнения, под отвес повыше, под мячик пониже. Так, зря отпустил. Если будете на кольцах делать, старайтесь, чтобы руки вот так вот не крутились, потому что обычно начинаешь и как бы прокручиваешь с каждым движением кольца, если сверху смотреть по оси. Так не нужно делать, то есть взяли под тем углом, под каким у вас идет, и примерно в нем же и держите. Ну, с турником таких проблем, соответственно, возникнуть не может. Как бы криво вы ни начинали, и на мне можно заметить, что я не идеально делаю, вы отшлифуете, образно говоря, вот эти все привычки, как в мышцах, так и в нервах, вы все это отшлифуете так, чтобы было в итоге ровно. Там, допустим, одна рука ведет, и тело вроде бы как бы не строго, а посередине. Но гравитация-то вас стянет все равно в середину. Главное ноги поставить. Поставить ноги и смотреть, чтобы никуда никакая стопа не развернулась. Ноги ровно, руки фиксированы, все. Между этими четырьмя точками все остальное калибруется. Кости по умолчанию одинаковой длины, мышцы одинаковой длины. Кто там про укорочение, что бы ни говорил. Ну, есть, в общем, несколько счет поговорок. В общем, мускулатура создана симметричной. Стойкий спазм и укорочение – вещи разные. А поговорки в интернете можете посмотреть. Значит, по длительности, в принципе, пара минут за раз хватает, но можно как сильно удлинять, так и укорачивать в зависимости от состояния. Не переживайте, если у вас мышцы какие-то ослаблены, какие-то не работают. Чем больше крови вы в них закачиваете, тем быстрее они регенерируют. Нам нужно дать им мало работы и много питания. И вот это вот упражнение именно для этого и создано. Соответственно, лево-право рано или поздно уравновесится, я сказал. А, да, ноги с руками, точно. То есть вначале разные бывают ситуации. Вы можете 90 на 10 нагрузку давать на руки, но ноги чуть-чуть все-таки включать. Да, и за стопами смотреть. Можете наоборот, в основном делать ногами, руки чуть-чуть включать. То есть 90 на 10, сверху и снизу, можно так стартовать, и даже иногда нужно. Если так нужно, то я скажу. Мы стремимся к 50 на 50 лево-право, вверх-вниз. Ритм подбирается по ощущениям. Желательно на внешнюю музыку, как вот в зале, допустим, играет, не настраиваться. Иногда мы непроизвольно настраиваемся. Ритм нужно чувствовать. Длительность 2 минуты за раз – это средняя. Можно больше, можно меньше, опять же, индивидуально. Следите, чтобы мускулатура не уставала, дыхание не срывалось. И если вы, допустим, 1,5 минуты делаете, а потом замечаете, что нога уезжает, и так раз за разом, значит, какая-то из мышц не вытягивает больше вот этих 1,5 минут. Значит, 1,5 минуты – ваш лимит. Потому что соблюдение техники, то есть опорных точек в данном случае, и ритма, обязательно. Найдете свой лимит, каждый раз будете прибавлять, там, допустим, по 3% даже, если в день, это хороший, реально хороший прогресс.